В поселке Усово-Тупик после проведенного ремонта торжественно открыли почтовое отделение. Работы по модернизации были проведены в рамках соглашения Почты России и правительства Московской области. Данное почтовое отделение – это первое отделение. Мы здесь были буквально, наверное, 2 месяца назад, посмотрели, в каком оно было состоянии. Сегодня мы делаем открытие уже совершенно обновленное в новом брендбуке, согласованное с Почтой России по современным стандартам. И такие же почты, отделения почты будут открыты в других территориях Одинцовского городского округа. В рамках областной программы в Одинцовском округе планируется отремонтировать 11 почтовых отделений, принадлежащих Почте России, и еще 3, находящихся в муниципальной собственности. Отделение поселка Усово-Тупик не узнать. Здесь оборудовали помещение для почтальонов, установили системы кондиционирования, обустроили санузел, заменили системы освещения и отопления. Для удобства клиентов установили новое оборудование для оплаты услуг и товаров картой любого банка. Была полностью проведена модернизация отделения, произведена замена инженерных систем, оформлен в новом стиле фасад, создана комфортная мебель, которая позволит оказывать услуги в удобных условиях для наших сотрудников. Отделение обслуживает порядка 3000 жителей из Усова и нескольких соседних деревень. Ежемесячно им выдают около 1000 отправлений. Около 500 отправлений уходит отсюда по стране и за границу. Теперь на почте комфортно и клиентам, и сотрудникам. Мы очень ждали, мы очень рады. Спасибо большое за такой новый ремонт хороший. Потому что до этого, ну, просто ужас был, конечно. И заходить было страшно, и было все, ну, действительно страшно. Сейчас очень все замечательно, все нравится. Я думаю, что все жители оценят и отблагодарят за это. Отделение почтовой связи в поселке Усово-Тупик будет работать с 9 утра до 17:00. 3 дня в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. В другие дни жители могут воспользоваться отделением почты в поселке Горки-2. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».